Масап, ребятки, с вами канал Али Гейм, Let's Play Rock, короче, погнали. Так, я проснулся, он ушел. Притащил меня сюда и просто ушел. Смотрите, а куда он нас притащил? Выйди на связь, я сказал, выйди на связь. А, рация, смотри, нихера. Доброе утро, Засоня. Чего тебе надо? Обыщи лагерь, там для тебя кое-что есть. Так, лагерь, у меня плохое предчувствие, прям очень плохое предчувствие. А мне кажется, дед, а вдруг, а прикиньте, если этот дед, это я, но тут же три временных промежутка, прошлое, настоящее и будущее, да? Помните, как шерифом было? А может быть, этот дед в будущем, это я, в настоящем, приходят глюки, это мы в прошлом? Охренеть. О боже, пациент с нервозом себя смог контролировать. Это самый опасный пациент, который с нервозом, который себя контролирует, самый опасный пациент. Похоже, он себя контролирует. Пролез или своего друга снова ничего не говорит. Ухудшение диссоциационной амнезии. Но тот факт, что он не говорит о Лесе, кажется немножко жутким. Что случилось? Камера. Да ты ж мой хороший, прикиньте, смотрите, еще одна камера. А прикинь, если эта камера меня из будущего. Я не знаю, я, может быть, ошибаюсь, но у меня какая-то такая теория, мне все время. Ах, он сукин сын. Смотри, он начертил какую-то херню. Он начертил на экране какую-то херню. Слушай, Элис, ничего личного, я бы тебя сразу убил, клянусь. Но она, ты ей нужен. Элис, смотри, вон мальчик, что тебе надо сделать, понимаешь? Иди к дереву, ты знаешь, какому. Собери белых веток, несложно, правда? Я сделаю тебе выгодное предложение. Делай, как я скажу, и я проведу тебя в свое укромное местечко, чтобы мы могли поболтать вживую. Стоп, это еще что такое? Камера теперь может видеть невидимое, охренеть. Патрик. Фу, она совсем сгнила. Но как? На этом понадобятся бы годы. Это, походу, будущее. Камера из будущего. Я ж серьезно говорю, здесь что-то, короче, творится с этими вещами не так. Смотри. Короче, у нас есть подсказка. Ага, тут либо камера, короче, либо нихера, да? Ну окей, давай играть по твоим правилам. Смотри, что это? Какие-то магические следы. Тури, это какая-то магия, короче. Охереть, это какая-то херня, я тебе говорю. Мы куда-то идем. Есть направо. И нихера налево. Значит, нам нужно идти направо. Я так полагаю, что нам нужно идти направо. Ух, нихера себе, прикинь, короче. Нихера себе. Я впереди вижу, короче, цветящееся огромное дерево. Это вот это вот дерево, которое было. Помнишь тогда, когда мы приходили, там охерели, когда мы еще тронули, там такая крыша. Прям я чувствую, сейчас что-то будет. Смотри, пес уши зажимает. Пес зажимает уши. Пес, ты жмешь уши, это не к добру. Ищи. Элис, никуда же ты идешь? Прямо в пасть чудовища. Ты о чем? Смотри в камеру, сейчас увидишь. Держи свою шавку рядом, а то она их разбудит. Рядом со мной будет. А может, мне сюда нахер не надо идти? Коля, он мне такой говорит, слышишь, ты, короче, это, чё ты прям к ним идешь? А я такой, а хер его знает, ты мне сам сказал, иди к дереву. Сейчас увидишь, говорит, держи свою шавку рядом. Прямо, говорит, к монстрам идешь. Блять, не это тупо, блять. Тихо. Я починил для тебя камеру, Элис. Используй ее. Я понял, что ты починил камеру. Я вот и пользуюсь ей. Я прям пользуюсь камерой вообще прям как... Никак. Давай держаться вместе, Буллет. Не хочу попасть в какую-нибудь жопу. Вот серьезно, Буллет. Вот прям... Бля, вот стопудово сейчас какая-то херня будет, вот серьезно. Элис, я знаю, что ты там. Я знаю, что ты меня слышишь. Осторожно, Элис, твой жалкий фонарик здесь не поможет. Не волнуйся, я не брошу тебя одного. Мне не нужна твоя помощь. Не говори так. Осмотрись, я оставил тебе знак. Поищи как следует, иди туда, куда он указывает. Где ты мне мог знак указать вообще? Что ты мне мог указать в качестве знака? Как знак должен выглядеть, блин? Какого хрена? И куда дальше? Я вот, ну, как бы увидел, да, знак. И куда мне дальше идти? Давай в другую сторону пойдем, Буллет. Вот, четко вижу знак. What is it, boy? Something wrong?
Надо разломать, да? Отлично. Только не говори, что тебя пугают такие мелочи. В смысле мелочи? Нихера себе тут какая херня, блин. Охереть, просто я не знаю прям, как это назвать, но это прям очень срадно. Это шутка, ребятки, это прям... Я иду прям на одном дыхании. Одним глазом я пялюсь в правый угол, короче, на эту камеру, что происходит. Другим глазом я пялюсь в реальную камеру, ну, в смысле монитор, чтобы понять, что меня прям реально ждет, как бы не виртуально, не виртуально-виртуально. Виртуально-виртуально я понимаю, что меня ждет. А я так полагаю, нам все равно ориентир... Стой, да, вот так. Теперь иди вперед. В чем проблема? Иди вперед, Эллис. Еще чуть-чуть. Ну же, Эллис. Да, вот так. Иди. Направо, Эллис. Шевелись. Поверни налево, Эллис. Охереть, я уже не знаю, где я. Охренеть. Так, идем к дереву. Почти готово, Элис. Нужно еще пару... Чего? Пару. Поверить не могу, что я это делаю. Да я сам вообще в шоках. Есть одна. Вторая. Третья. Офигеть, что это? Эй, Psycho, what the hell is this? Больной ублюдок, что это за хрень? Оно кровоточит. Не глупи, деревья не кровоточат. Теперь оглянись вокруг, видишь? What? Тропинку, видишь? I think so. Кажется, да. Иди по ней. Иду, все как ты прям, вот все прям как ты мне сказал, написал, намазал, я не знаю, чем-то фарфоровой, фосфорной краской, я не знаю. Ух ты, пи***ц, ты посмотри, какой пи***ц. Я в этом... Охереть. Кто это там? Охереть, кто-то там, короче, ты видел? Пуля прошла мимо. Охереть. Охереть. В чем дело, Элис? Снова игры твоего разума? Это было жестко. Слишком близко, Элис. Слишком близко. Нихера, короче, братан. О, блин, ну серьезно, блин. Подожди, я дорожку потерял. Вот, вот сюда. Фух, да нихера, короче, да хорош вообще. Зачем? Зачем так жестко пугать? Слушай, а тропинка непонятна, да, какая-то? То вправо идет, то вот как... Как бы влево. Или это как бы она постоянно вправо? Да, я опять пришел. Нихера себе, короче, прям. Две слепые мышки, две слепые мышки бегут в припрыжку, бегут в припрыжку. Две слепые мышки, две слепые мышки бегут в припрыжку. Развеяться решили, и дома поспешили, из дома поспешили. В лес среди ночи умчались, не робея, да только по дороге встретили злодея. Нихера себе, две слепые мышки, две слепые мышки бегут в припрыжку. Охереть. Потеряли хвостик, вот беда, хвостики отрезала дьявола жена. О, мышки без хвостиков, правда, красота. Охренеть, у меня уже прям мурашки. Перестань, я тебе серьезно кричу, мужик, кончай уже. Заканчивай. Это не смешно просто, реально, не смешно. Кресты какие-то, смотри, кресты какие-то. Охереть, да, булит. Я с тобой полностью... Сука, нихера, нихера, короче, охереть. Что здесь? Почему, что? Охереть.
Охереть, мужик, все, заканчивай, давай. Давай уже встретимся, поговорим. Я понял тебя, ты серьезный, я не серьезный. Давай найдем точки соприкосновения какие-нибудь. Уже встретимся, уже поговорим, ты мне уже расскажешь, что здесь происходит. Я вообще, если честно, уже-то хочу из этого леса так, как бы, знаешь, выбраться уже. Уже как-то вот не очень. Вначале было прикольно, да, там птички, природа, прорисовка, графика отличная. Но потом, знаешь, вот как-то вот вначале тоже, да, кассетку нашли, так тоже прикольно. А еще? Нам, походу, сюда, я не знаю. Следы обрываются. Я не вижу следов. Я, конечно, предполагаю, что сейчас будет очередная жопа. Булет, вот не начинай только. Вот опять начинается у тебя какая-то вот срань. Фу, Элис. Охренеть. Я нашел оленя, мертвого. Да, что ты говоришь? Это я его убил. Сними с него шкуру. What? Чё? Шкуру сними с него, давай. Или хочешь, чтобы я начал снимать с мальчика, а? Охренеть. Охренеть, это что он сейчас? Вот так, хорошо, почти готово. Что теперь? Знак, ты должен сделать знак. У тебя есть ветки и шкура, осталось их использовать. Поторопись. Ладно, будь по-твоему, гребаный психопат. Доволен? Нет, не совсем. Еще кое-что. Это просто. Ты так уже делал. Как именно? Но сначала дай шавке понюхать знак. Она отведет тебя в нужное место. Как? На нем только мой запах. Делай. Буллет, ну, блин. Я надеюсь, ты сможешь что-то с этим сделать. Давай, малыш, странно. Ты не боишься? Думаешь, связал пару веток и все, знак не готов еще. Фух. Очень, очень страшно, ребят. Очень прям. Нехеровая игра такая получилась. Хорошо, что она не в VR. В VR, наверное, бы она вообще там. Можно было жахнуть просто в конвульсе. Не начинай, нет, Буллет, только не это, только не рыть ее. Перестань, пожалуйста, я тебя прошу. Тебе не интересно, что там? Ты знаешь, что нужно делать? On, boy. Давай, check мальчик, проверь, что там. Он не шевелится, надо что-то делать. Right, buddy, it's all right. Все в порядке, дружище. Все хорошо. Прости, что я тебя заставляю. Прости, все нормально. Куда ты, Буллет? Подожди, а мы разве не должны были заглянуть туда? Скажи-ка, Элис, каково это зависеть от человека, убившего твоего друга? Кого ты больше презираешь, меня или себя за свое бессилие? Офигеть. Говори, ты заплатишь за все это, что сделал. Раньше я себя ненавидел, я презирал себя за слабость, пытался бороться, брыкался, царапался, кусался, но безрезультатно. Не двигайся. Что, опять? Просто стой на месте. Пригнись. Встань. Иди. Видишь, Элис, когда ты делаешь, что тебе говорят, все просто и безболезненно. С некоторыми вещами бороться бесполезно. Мы как птицы, запутавшиеся в колючей проволоке. Чем больше дергаешься, тем глубже заходят шипы. Единственный способ прекратить страдания – сдаться. Значит, ты сдался? Я стал не тем, кем был раньше просто. Буллет, не бегай, я не могу за тобой бежать так быстро. Чертов пес. Ха. Офигеть вообще, просто. Просто к концу игры уже напряжение такое, что. Да, я слышу тебя. Что ты там увидел? Да, я понимаю, что ты нихера, короче. Что? Что тут будет? Мне это не нравится, дружище. Совсем не нравится. Что это? Очередной труп? Хочешь узнать?
Ну так, по крайней мере, не страшно, пока болтаешь с этим дедом. Но мне кажется, это вот... Ну, серьезно, что? Я не понимаю. I don't understand. You're almost there. Осталось немного, ты почти свободен. Сделай последний шаг, и все закончится. You want me to... Ты хочешь, чтобы я себя убил? Kill myself? И подарить тебе то, к чему ты стремишься все эти годы. Нет, убей собаку, похорони ее. What? Что? No, нет, иди нахер. Нет. Да какого хрена? Это будет быстро. Нет, я не стану убивать Буллета. Вот как. Вот значит, где твой предел. Чертова шавка. Мой предел должен быть немного раньше. Ты сам напросился и подставил ребенка. Хватит прятаться за ребенка, трус. Проклятие. Почему я должен тебя убить? Что? Какого хрена? Нет. Это невозможно. Это невозможно. Да что такое? Пёс, в смысле? Буллет, нет. Буллет! Блин, Буллет. Hold on, boy. Держись, мальчик, я иду к тебе. Что с ним случилось? Охереть. О, боже, нет, пожалуйста, не шевелись, дружище, не шевелись. Не шевелись. Не шевелись. Тихо, все будет хорошо. Сейчас я... Я ни хера не могу сделать. Я даже не знаю, что с тобой. Boy, you're heavy. Ты у нас тяжелый, мальчик. Кто-то слишком часто доедал со стола. Мы будем больше гулять, малыш. По всему району, я не шучу. Только живи. Хороший мальчик, все в порядке, все будет хорошо. Мы идем куда-то очень глубоко. Я понимаю, малыш. Осталось еще чуть-чуть. Тише, тише, все будет хорошо. Все хорошо, я рядом. Охренеть, куда мы идем? Куда нас ведет эта дорога? Кто-нибудь знает? Мы идем в самую глубь. Я вот на дно зачем? Ну почему? Мы столько уже ходим в этом лесу и ни единого населенного пункта. Неужели в этом лесу нету ничего такого? Смотрите, какая-то херня. Все будет в порядке, все будет хорошо, малыш. Смотри, какие-то иероглифы белые. Полюбас этот старик оставил. Полюбас этот старик эти иероглифы оставил. И нам нужно ориентироваться на эти иероглифы. У нас уже начинают мутнеть как-то глаза, когда мы смотрим вверх, правильно? Поэтому мы не будем смотреть вверх, мы будем смотреть вниз. И ровно идти по вот этому вот. Смотри, что происходит? Что происходит? Почему затмение? Почему в глазах рябит? Почему? Что происходит? Что такое? Что не так? Что это за место? Мы здесь уже были. Слушай, а мы реально проходили уже это место. Мы реально уже это место проходили. Да, только что. Мы, может быть, ходим по кругу. Может быть, нам что-то нужно найти. Докс. Собака. Собаки. Собаки. Будет. Все хорошо. Все хорошо. Только не снова. Мы проходим это место снова. Будет. Только в этот раз. Может быть, что-то по-другому. Опять какая-то херня. Опять надпись Dogs. Left. LF. One. Left. Left. Liar. Лжец. No dogs. Никаких собак. Dogs. No dogs. No dogs. Почему? Почему? Я не хочу Буллета оставлять. Я никуда его не дену. Я его не оставлю. Блин, так нельзя. Блин, нельзя. Я не оставлю пса, чтобы ты... Тише, все в порядке, малыш. Никто тебя не бросит. Мы вместе пришли, и мы вместе уйдем. Нет, Буллет, я тебя не брошу. Если нам придется из-за этого ходить бесконечно круги, наматывая, то мы так и сделаем. Мы тебя не оставим. Я тебя не брошу. Мы будем с тобой вместе. Ты и я, до последнего. Пусть нас убьют вместе. Все хорошо, малыш. Я тебя не брошу. Что бы ни случилось, мы с тобой будем вместе, брат. Нам прям херово, нам прям все как бы говорят, надо пса оставить. Буллет, я тебя не брошу, братишка.
Я тебя не брошу, братишка. Мы с тобой выживем. Черт, что со мной происходит? Что происходит?